Приветик всем! Сегодня решила сделать баох, сало такое с ребрышками. Здесь вот еще я такое в русском магазине купила. Просто нарезать соль, перец, вот эти соль, перец. А вот это я взяла такую приправу, я купила, попробовать хочу, ни разу и баох не делала. Ну, сало, да. Хочу в духовке сделать. Обычно мы такое делаем, всегда на гриле. А это соль, перец, это всегда вкусно. Ну, в духовке сейчас сделаем, поставим. Потом скажу, сколько у меня ушло времени. Решила еще в духовке картошку сделать. Я порезала ее ломтиками. Здесь я разбавила просто сливочное масло, растительное масло, всякий зелень, да, лавровый лист и порошок этот. У меня был чеснок. Можно и настоящий чеснок, а не было у меня свежего, так что я взяла такое. Так, морковка у меня порезанная, замороженная была, я просто луками сверху и морковку посыпаю, так слоями делаю и поставлю потом я в эту духовку. Так, готово, я все положила в такую емкость и теперь я хочу крышкой закрыть. Закрываем крышку и в духовку. Время и насколько я поставлю, я напишу. У меня здесь на работе такую маленькую духовочку. Так что сейчас я на 200 градусов поставила. И посмотрим. Вот, короче, что у меня получилось. Я теперь забыла, когда вытаскивала сделать видео. И мы уже покушали, конечно, и потом я вспомнила. Да, она была же... Здесь как получился результат. Ну вот, поджарилась. У меня бауда поджаренная здесь такой. И это... Смотри, картошка поджарилась, да? Я где-то делала на 200 градусов. 180-200 иногда так, да, переделала. И также и баух, ну, вот это мясо тоже. Где-то мясо где-то час у меня был, да, в духовке, а картошка где-то около 2 часов. Потому что она в этом была, в этой крышкой одетая. Закрытая манич. Вот так вот получилось. Мы попробуем. Очень вкусно получилось. Так что пробуйте легкий рецепт. Что? Много делать не надо.